Это Bitlook Insider, и мы находимся с вами на очередном дрифт-пикнике. Bitlook Drift Meet. Сашка, скажи привет. Привет. И Владик. Этой весной нам удалось сделать еще один дрифт-мит. Буквально через месяц после первого. И это не может не радовать, правда. В связи с тем, что пасхальные выходные все, пасхальные праздники, участников немного, но они в Дубае, это очень прикольно. Накатаются все. С нами есть тайр-шоп. У нас есть шиномонтаж. У нас есть Bitlook Coffee Spot. Кстати, лето. А это значит, что пришла пора лимонадиков. Как вы думаете, что с ним? Можете написать в комментарии свою версию. Что это такое? Откуда вообще? Зачем? Как вам такой стилечек? Пишите в комментиках. У нас сегодня максимальная концентрация двухколесных друзей. Они мотоциклисты. Причем в ряд. Первые шаги, блядь, мои в дрифте. Я готов. Главное, что, вот так, чтобы глазки не запшикало. Вась, тебя будут тушить, если ты будешь гореть. Вась, время работает. Фары включи. Включены. Поехали. Если развернула, стой, против движения не есть. Поворачивай направо, притормози. И по, вот за оранжевой поехали ровно. Не спеша, понял? Нам не туда, едь прямо. Это. Вот, да, вот правильно. Сюда, сюда, налево. Не дотянется машина, я знаю, по мотору не дотянется здесь. Инерция дотянется. Вот, и налево. Я думал, мы перевернемся, но не с моей удачи. Мы сегодня на втором этапе Ukrainian Touring Championship, чемпионата Украины по кольцевым гонкам. Вот, поэффектные уже круги. Эффектный старт вообще, гонка всех классов, это, конечно, зрелищно. Уже есть сход прям со старта, развернула Юру Мануэла.
на Калине, и он стал посреди трассы, и там дальше уже были контакты небольшие, и Honda S2000 Жени Рахмайлова сошла уже, но, блин, конечно, да, кольцо все-таки есть своя зрелищность в этой дисциплине. Участники готовятся выезжать на парад и непосредственно на гонку. Гонка всех классов, один заезд. Все участники, и Форды, и БМВ, и Хонды, и ВАЗы, все, все вместе. Участники отправились на круг и сейчас приедут к... Ой, еще не все. Сейчас приедут и выстроятся здесь перед трибуной для церемонии торжественного открытия соревнований. Команда участников, дрифт-такси отдыхает, пока идет гонка. Батуты для детей, там фудкорты с той стороны. Здесь наш Битлук Кофе Спот, команда битлучая.
сцена собрана, сервис-парк разъехался, гонка закончилась. В классе GT Open победил Игорь Скус по результатам заездов, но были моменты по поводу контактов его с Евтушенко, причем взаимных контактов, поэтому судьи будут разбираться, и уже итог мы узнаем позже на сайте, сможем посмотреть там по очкам на uatouring.com. Третий в классе GT Open был Жовтанок, ветеран автоспорта. В классе Touring весь подиум забрала команда S-Drive. Юнга, Пархоменко, Кананчук. Вот так вот резинка выглядит после гонки. Гонка получилась какой-то очень злой. Посмотрите. Это борьба за первую и вторую позицию. И в целом очень много контактов, очень много аварий. Вплоть со старта, прям на старте сразу там и Юру Мануэла развернули ударом. Еще контакты были, разбили диски на S2000, которая сошла просто на втором круге, потому что разбитый диск, он резина не держит, его разворачивала. Ну то есть прям не кольцевые гонки, а микс-файт. Была бы трансляция, можно было бы видеть все, что еще там вдалеке на кольце происходит. Но в целом кольцевые гонки не такие уж и скучные, как оказалось. Раскат карок, недорого, Кирилл Командырич. Братан, зачем ты бьешь свою машину? Хочу, чтобы она была хоть чуть-чуть одесской. Жига бы уже порвалась. Это факт. Дрифт не спорт. Спортзал, но не спорт. Короче, надо покупать новые колеса. Я скоро разбогатею. Или мать пенсию получит. Я же сказал тебе, что пару кружочков, пару восьмерочек. А, это ты уже закатал. Спасибо. У нас прошел очередной битлук дрифтмит на физике движения. Кирюша, что ты скажешь? Хорошо. Очень огорчает то, что президент уже у нас нормальный, а люди еще странные. До сих пор появляются персонажи, которые считают, что заниматься автоспортом в безопасных условиях на специально отведенных для этого площадках в дневное время, выходной день, это плохо. Наверное, все-таки надо прислушаться к этим людям и переносить занятия в городскую черту, на дороги общественного пользования и на ночное время, потому что в тех условиях нам меньше угрожают, что нас затягают по судам. Вот так вот. Но на самом деле мы клали на всех, мы сегодня отлично ворвались, было мало людей, но счет этого много покатались, был шикарный монтаж быстрый, быстро перебывались, и даже первый раз на дрифтмите мы взяли храбрость поставить точку с новой резиной. И оно сработало, и ребята даже покупали новые покрышки. Поэтому, ну это не значит, что ребята богатые. На самом деле резина доступная,
и новая резина пилится намного дольше. Благодаря этому, ну, вообще уровень качества мероприятия меняется в положительную сторону, хорошо, потому что можно больше ездить и меньше перебываться. Ну и в итоге, на самом деле, даже баджи дрифт, так называемый бомж дрифт, без денег, он уже начинает осознавать то, что на новой резине ездить дешевле. Друзья. Реально дешевле, потому что экономите на монтажах. Да, и на количестве монтажей, и отъезжаете больше. Да, но было сегодня классно. Ребята начали вкатываться. Чувствуется, что близкое лето. Все пытаются посильнее валить. Приехало мало машин по сравнению с предыдущим дрифтмитом, но валили намного сильнее. Видно уже у пилотов, несмотря на то, что многие жалуются, то, что нету задания на наших мероприятиях. Поставьте себе сами задание. То есть, что нету границ, не значит, что вы должны сидеть вот просто на пятачке и делать одно и то же. Ставьте себе задание. Люди сегодня начали уже так делать, ставили какие-то задачи для себя, их выполняли. А то, что у нас было немного, это получилось сделать максимально качественно. Да. Вот. Ну и, друзья, давайте поскорее перелазьте с той стороны монитора к нам на площадку и гоняйте. Продавайте свои айфоны, мопеды, избавляйтесь от девушек, если у вас не хватает денег на корча. И давайте, чаша весов должна перейти в сторону лучшего. Это дрифт и гонки. Давайте, вливайтесь. И даже если вы будете ездить раз в месяц, буквально, поверьте, культура вашего вождения вырастет, а ваши дети будут смотреть на вас и тоже будут ездить лучше. Безопаснее. Вот, и это. Никогда не давайте машину Сереже Сытру. Мы продолжаем, сезон продолжается. Я хочу вам напомнить, что у нас на канале разыгрывается футболка Кристапса Блушса. SGK, американская футболка, которая зелененькая, с Еврофайтером. Все условия в видосе вот здесь. Вот, поэтому не поленитесь, пройдите, посмотрите, напишите комментарии, и, возможно, сможете выиграть футболочку. Спасибо физике движения, что приняло нас. Спасибо Кирюше за то, что дал сегодня пару восьмерок крутнуть на своей тридцатке. Мы летим дальше в сезон, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты и помните, все будет дрифт. Да вот смотрите, на этом колесе еще можно нормально копнуть. Сайт-ту-сайт. Братан, я тебе сайт-ту-сайт нашел.